Похмелье, если вы не пьяный, конечно. Вы острый следователь, но вы совсем развалина. В вашем последнем расследовании 3 офицера погибли. И вы разбили 2 машины. Вы вызвали около $1 миллиона повреждений в этом году. Мэр мне позвонил. Мэр знает, кто я. Это не комплимент. Он хочет, чтобы я вас уволил. Я сказал, что вы сами следователь у нас в отделе. Он сказал, ему все равно. Он сказал, что вы слишком полуумный. Сегодня ваш последний шанс. Очень ясно. Соленый, водичка? Нет, идите вы. Алло. Быстро, быстро! Приезжайте сюда! Куда? Куда мне? Где вы? Куда вы умеете попадать? Немецкий проспект, дом 120. Я сейчас же приеду. Я уже еду. Спасибо. Давайте, Здравствуйте. Давайте. Где труп? Подожди минутку. Я жду. Гриша, я из Сербии, я доктор по профессии, я старый друг хозяйка, я приехал за вечеринку, это ужасно, что произошло, я увидел пьяного человека, зовут Беня, да, он выглядит подозрительно, он всегда в запой. Спасибо, хорошо. Пожалуйста, следователь. Кто вы? Ну что? Ну, кто вы? Я Борня. Ну, кто вы? Ну что еще? Я Борня. Я друг здесь, хозяйки. И? Ну, вообще что я... Что вы видели? Я не был здесь. Я не был в подвале. Я просто разговаривал с людьми. Ну, отходи.
Давай. Вы встретили Беню? Да, знаю его. Что? И? Он Бенни? Интересный. Он любит пить много. Вчера вечером? Не помню. Я ничего не верю. Хорошо. Да. Спасибо. Да. Давай. Ты замечала что-нибудь странное? Я не видела ничего. Я была очень занята на вечеринке. 50 людей здесь. Понимаю. Мы... Вы знаете Ташу хорошо? Я знаю ее очень хорошо. Она подруга моей подруги. И... Вы помнили Беню? Беню всегда здесь на моих вечеринках. Он всегда пьет много. Вчера вечером ты думаешь, что он выпил немного виски. Да. Где Беню? Вы знаете? Я не знаю, извините. Я должен говорить с ним. Бен. Что? Бен, вы знаете, что вы сделали вчера вечером? Ох, нет, а вы? Тоже нет. За здоровье. Дайте мне. Я ничего не помню. Это странно. Очень странно. Подождите. Я помню, что это. Я ходил к бывшей девушке и плакал у ее двери. И потом я думаю, что я только вернулся на вечеринку. Я тебя беру. Твои глаза очень красные. Спасибо. Пожалуйста, следуйте. Я понимаю английский язык. Я не верю. Ты не прав. Почему? Зачем? Что? Не надо. Нашли убийцу. Да, я думаю, что Боня американский шпион. Американский шпион? Да. Вы поможете мне? Конечно, сейчас мы сделаем. Учиться? Нет, сейчас мы сделаем. Давай. Давай, Джо. Иди к черту! Стоп, вставай! Боня, я... Спасибо. Пожалуйста. Ой, сука! Давай, русский, давай! Я посажу вас в тюрьму. Да. Мой лейтенант остановил меня на работе. Да, я рад, что я вам пал. Давайте поеду. Thank you.
Быстрее. Да, да, да. Жарко. Машине. Спасибо. Что? Ужас. Это... Что? Машина. Мужчина, да? Следовало. Что? Следовало. Что? Мои наручники слишком малы. Помоги мне. Да, помоги. Да, да. Подожди минутку. Можно? Теперь я следователь. Понял? Пока, русские. За Америку!